Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Это Артемий Троицкий и 281 выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер — это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» — «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона. Кстати, тоже очень люблю этот город. Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «El Mirador». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть». «Калексико», альбом «El Mirador». «Melodies Echo Chamber» — это название группы француженки-парижанки «Melody Praché». Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется «Emotional Eternal», «Эмоционально вечно». И слушаем песню
Pyramids in the Clouds, пирамиды в облаках. Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно. Резека Чембер и ее новый альбом «Emotional Eternal». Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, «Скримин Джей Хокинс». Естественно, знаете вы великого «Скримин Джей Хокинса», автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins'а, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее, и повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано.
Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors» — «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love» — «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни. I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you until now. And I mean right now. Factor that there be material things on hand with which to prove one's love when one's love really needs to be proven. But rather let there be on hand a basic understanding between the parties that are involved, and love, love will prove itself. I stand before you pouring my heart out because I don't seem to find any other way to reach you except to tell you that my love for you is real. My love for you is deep and it's lasting. And if there be any reason why we should not be together, for goodness sakes, tell me now before I keep standing here like a fool, running off at the mouth. Because I feel deep in my heart, she's mine. Which the first was really made. Screamin' Jay и Джинни Хокинс, песня «We Love», альбом «My Little Shop of Horrors». Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный, называется просто «24 февраля 22 года». Thank you.
Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина». Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 1989 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии».
Начнем с альбома под названием «Promenade» — «Прогулка». Это их третий альбом. Вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году. И песня «Tonight we fly». Этой ночью мы будем летать. Этой ночью мы будем летать, альбом «Promenade» 1994 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 1998 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle» — «Конец века» и песня «Generation Sex». Ma nella vita che vi piace di più? What's the thing you like most in life? Yes, moment, check. I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love. Ci sono parecchie cose che mi piacciono, specialmente tre. Amore, amore, amore. Generation sex respects the rights of girls who wanna take their telephoto lenses, chase Mercedes Benzes through the night. A morning nation leaps and waves, but keeps the sails. The evil tabloids healthy, the poor protect the wealthy in this world. So you can look real nice for the boys.
night. I sleep only in two drops of French perfume. Solo con due drops di Prosecco francese. Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001 года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го, и последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика, и вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется «You'll never work in this town again». Ты никогда больше не будешь работать в этом городке. Yeah.
Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfie». «Становлюсь почти как Элфи». There was a time I could find pretty words to sing, but now, I find it saves time to say what you mean. I know it seems so unrefined. Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот, к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life», «Очаровательная жизнь» или «Очарованный жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года. Of my paperback life, reread.
confusing passages that never worked out right. All the muddles and miscommunications that landed me here. All the fights and late night conversations. Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтиярович. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа». Djevojko, Džiđo moja, oj, djevojko, Džiđo moja, Džiđala te majka tvoja, Džiđala te majka tvoja. Na Džiđanu meni dala, na Džiđanu meni dala, dala pa se pokajala, dala pa se pokajala.
со мной тиде Поттер Гала, со мной тиде Поттер Гала, играючи, певаючи, играючи, певаючи, играючи, певаючи, играючи, певаючи. Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X вместе с известной Оксаной Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по EXO, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь». Rushing by, everybody dressed in black, whispers up in the sky, they're never coming back. You killed my mind, bomb, burn down their shack. On your face,
was Christ. Bad dreams in the day, like a trail filled with tracks, wandering away. They're never coming back. They're never coming back to the darkening of light. Oh, the memory of that night. They're never coming back to the screaming of the wind. Oh, the ghosts of them again. They're never coming back. I'm never coming back. Джон Доу. Альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «John Doe Folk Trio». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Kyo». «Kyo» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Kyo слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока! Shadi, Badr Shadi.